С вами я, Гоша. Две недели назад, или сколько там, я вам показывал вот это вот церковь. Это церковь, это крест, слева школа. Единственное, что разница в том, что сейчас травка зеленым зелена. Такая красота, такая красивая травка. От нее еще запах, ее еще косит. Это признак весны, вот такой вот зеленый ковер. Это все то, чего мы были лишены в прошлом году. И никто меня не посмеет лишить в этом году этого. Все равно буду ходить. Даже если какому-то придурку стукнет голову вести абсолютно локдаун, все равно ходить буду. Буду ходить, наслаждаться, смотреть, предвкушать какую-нибудь поездку в Европу через 10 лет. Кстати, автобус, но автобус сейчас не фокус. Тут, кстати, проходит Би-31 маршрут. И на нем очень просто добраться. Значит, можно доехать до метро Kings Highway. Там останавливаются поезда маршрутов BNQ, то есть по Руглишу. Трейны B, трейн B, трейн Q, экспресс, локал. 31 автобус, садитесь и доезжайте до остановки Whitney. Только не путать с Avenue W, которая следующая. W, потом X. Вот на это туда он вас привезет. И вот здесь вы окажетесь. А вперед, если пройтись, вы попадете на Селтмарш. Предыдущая остановка такая вот жилая, Черемушки. То есть тут можно и по Черемушкам погулять. Короче говоря, вот такое приятное местечко. Понимаете, видите, белую линию, это граница. Masks required, please. То есть маски нужны. Вот я показываю. И это мне так напоминает первые дни в Америке. Давила какая травка и так далее. Тогда мне казалось, что это оторвано от Одессы. Но Америка во мне. А сейчас... год назад я был оторван от мира. Я очень надеюсь, что не повторится такого. А повторится, так все равно буду выходить на улицу. Буду одевать маску, буду выходить на улицу. И напомню им про Конституцию. Кстати, я уже вижу, что освещение в этих фонарях неоновое. Флуоресцентное, дневной свет. А смотрите, какая залитая солнцем ель, какая сосна красивая. Все, мне звонят, должен прерваться. Впереди находится это самое заповедник Солтмарш.